Лига Серия А и ТИМ презентуют на Серия А ТИМ. Катание против Интера. Самый, пожалуй, драматичный матч тура. Интер на фоне скандала подошел к этой игре. Несколько дней назад в раздевалке команды после тренировки подрались главный тренер Андреа Стормачиони и лидер Интера Антонио Кассано. Кассано был отстранен от этого выезда и с командой не приехал на Сицилию. И, кроме того, он будет еще крупно оштрафован. Ну, а Стормачиони был под угрозой отставки, потому что Интер едва не вывалился из гонки за третье лигочемпионское место. И вот в этом матче против Катани обязательно нужно было побеждать. Это при том, что Катани здорово выступает именно на своем поле. И в четырех предыдущих матчах дома неизменно побеждала. Начало игры, и для Интера все складывается как нельзя хуже. 1-0. Счет становится в пользу Катани. Гонсало Берхессио, аргентинский центральный нападающий сицилийцев, забивает. Продавил Жуана Жезуса и переиграл Хандановича. Это 7-я минута, и счет уже открыт, и Интеру нужно отыгрываться. Проходит немного времени, Лоди навешивается штрафного, и красивый второй гол забивают хозяева. Джованни Маркезе, левый защитник, головой смахивает мяч в дальний угол. Ханданович бессилен. 19-я минута, 2-0. Лоди ведет игру Катании. В прошлом сезоне Винченцо Мантелло, который тогда тренировал сицилийцев, сделал из опорного полузащитника, разрушителя, великолепного плеймейкера. И вот в этом сезоне Лоди просто блистательно действует. Интер им, кстати, интересовался зимой, но до совершения сделки дело так и не дошло. Второй тайм смотрим. У Интера произошла замена очень важная. Родриго Паласио вышел вместо инертного Томмазо Рокки. И именно Паласио стал главным героем этого матча. Но пока миланцы проигрывают 0-2, и кажется, нет никакого просвета. Интер атакует. Паласио, передача, и счет становится 2-1. Это как глоток свежего воздуха. Рикардо Альварес, аргентинец по прозвищу Чудо Эль Моравилья, забивает очень важный ответный гол. Ну а Паласио великолепен как ассистент. Интер ловит кураж и продолжает атаки. Альваро Перейра навешивает с фланга. И Паласио сам уже забивает головой, переправляя мяч в сетку. Очень красивый гол и классный навес. Перейра одноногий футболист. Левая нога у него рабочая, правая только для ходьбы. Но когда вот у него по-настоящему получается навесить, то это 50% гол. Здесь Паласио выпрыгнул, может быть, не так высоко, но он очень здорово занял позицию. 2-2, ничья. Катани не теряет надежды вырвать победу. Вот здесь довольно спорный эпизод в штрафной Интера. Гомес пасовал на Берхессио. Там была очень жесткая борьба между Киево и Берхессио. Арбитр не дал пенальти. Интер продолжает искать счастье в атаке. Скелотто бьет с близкого расстояния и сам же пытается добить новобранец Интера, который сравнял счет в миланском дерби неделю назад. Мало ничьей Интеру. Нужно набирать 3 очка. И в концовке команда все-таки дожимает соперника. Выходит Камбьясо на замену. Он участвует в голевой комбинации. Это будет чуть позже. Пока вы видите, как Эстебан Камбьясо сам едва не отличился. Он провел на поле всего 13 минут. Но эти 13 минут оказались очень насыщенными. И вот голевой пас Камбьясо. А гол забивает, разумеется, Родриго Паласио. Уже в компенсированное время Интер вырывает победу у Катании. 3-2 на стадио Анджело Массимино. И вот такого эмоционального Стормачиони мы давно не видели. Может быть, даже с момента выигрыша в первом круге у Милана в миланском дерби Делла Маданина. 3-2. Интер выигрывает и перемещается на четвертое место. Он делит четвертую и пятую строчку с Лацио.